Всем хаюшки, с вами как всегда я Ловчуня, и сегодня у нас метрострой. Что ж, давненько у нас на канале не было метростроя, пора это исправить. И на повестке дня у нас сегодня 81717.5p. Просто в народе аквариум, не пришелец, хотя они похожи очень друг на друга, и до этого момента я думал, что это один и тот же состав. Но нет же, аквариум и пришелец — это разные составы, они немного отличаются, можно так сказать. Включил динамический свет фар, поэтому в туннеле такое красное освещение немного. Вот такая у него маска, напоминает нашего родного киевского пришельца, который в Киеве, кстати, бегает. Он, кстати, есть в Питере, оказывается, вот как бы он оттуда и производится. И поставляет их в Киев и еще какие-то страны, по-моему, я не знаю точно. Вот, такие у нас делички. Он у нас приписан к ТЧ-3. Не знаю, что это за ТЧ-3. Ну, какое-то депо. 1116 у нас бортовой номер. И посередине красуется логотип петербургского метрополитена. Питерского, да. Такая у него маска. Давайте включим фонарик. Сразу, блин, напоминает пришельца, вот реального по его фарам и по его вот такой маске. Он очень напоминает голову пришельца, да. Что ж, давайте посмотрим его сбоку. Сбоку он ничем не отличается от обычного номерного, то есть тут, по сути, то же самое. Только здесь другие лампочки у него есть, здесь у нас внутри стоит камера. Что еще интересно, так здесь есть даже своя реклама. Вот интернета хватит на всех. Вот тут прикольная фишка. Это можно отключить, а можно оставить. Я решил оставить. Реклама тут прикольная. Вот что меня вот не радует, то что тут салон почему-то от старого номерного. Видите, такой деревянная окантовка. Хотя если в первом вагоне, то здесь белая такая вот. Более привычная для пришельца, ну, аквариума, не имеет значения. Здесь, кстати, еще прикольно, есть здесь такие поручни в торце вагона каждого. И здесь еще есть бегущая строка. Здесь будут показываться всякие различные приколы, наверное, следующие станции. Единый номер экстренных служб 112, хорошо. Здесь у нас написано «прислоняться», еле-еле видно. Поставил я низкие настройки, потому что пришелец очень много FPS жирает. Поэтому пришлось игру ставить очень на низкие настройки. У нас трехвагонный состав, все как обычно. Бортовой номер 1116. Что ж, давайте будем запускаться, уже 9 минут мы тут стоим, нормально. Что еще интересно, карту я выбрал рандомно, я здесь иногда катаюсь, тестирую поезда. Она необычна немного, вот тут, например, как видите, одна только платформа, то есть поезд приезжает только на одну сторону. Вот, одна платформа, ну... один путь, можно так сказать. Но здесь почему-то дерево стоит, а тут у нас... А здесь у нас вторая часть платформы. Я так понимаю, когда-то должны будут открыть второй путь, и будет поезда приезжать на два пути. Но пока что только на один. Вот. Я не знаю, что здесь за станция. Они здесь какие-то не совсем русские. Они все на английском. Поэтому даже не могу сказать, что это за станция. Так. Тут у нас опять рекламка. Тут, кстати, есть бесплатный, я так понимаю, Wi-Fi. Единая сеть. Так, что ж, давайте его запустим. Упс, так, немножко не так. Так, давайте зайдем в кабину. Тут, кстати, двери нет. Надо заходить через эти двери. О, сигнализация сработала. Все, двери закрыли, сигнализация отключилась. Что ж, садимся. Вставляем реверсивку по традиции. Переводим вперед. Отбиваем. Сейчас еще раз запищит. Ага. Подтверждаем. Так, открываем кран машиниста. Так, хорошо. Так, мы немножко так, немножко приустали. Можно так сказать, блок питания включаем. Мотор-компрессор. Вот это не знаю, надо нажимать или нет. Я нажму. Пускай будет. Так, освещение кабины. Я думаю, не надо. Видно и так. Фары включаем. Ну, кстати, включить, по-моему, там дальний свет еще есть. Но мы включим вот где-то вот так вот, ближний свет. Стеклоочиститель не работает, но включим, пускай будет. Хотя его тут даже не видно. Ну, да ладно, пускай будет. Так, двери открываем.
Только выбираем правую дверь у нас, да? Да, правую дверь надо выбрать. Или подожди, это какие здесь? А, это левая? Ну, нам надо правую. Правильно, да? Все, двери открылись, пассажиры заходят, садятся. Кстати, тут у нас еще виден герб, я так понимаю, Питера. Так, все пассажиры пока заходят. Отлично. Так, что еще нам надо сделать? Так, этот экран... Нет, этот экран не трогаем. Что еще? Возврат... это преобразователя. И что у нас еще? Возврат терпи надо будет, по-моему, нажать. И, по-моему, все вроде я сделал. Я надеюсь, что все сделал. Я, может быть, что-то и забыл. Никакие мануалы по запуску пришельца я не смотрел. Я сам все пробовал как-то завести. Что ж, давайте двери закроем. Так. Что ж, наш составчик отправляется. Так, двери мы закрыли. Все, поехали. Так, поехали, да. Так, вот это вроде нажимаем. Все, вроде бы все сделал. Все, что положено, вроде я все нажал. Можно двигаться. Ничего сложного. Ну, это еще полный запуск называется. То есть это не холодный запуск, а это когда поезд уже практически запущен. Еще с холодным запуском тут придется побольше заморочиться. Так вроде бы все. Вот эти розовые хрени, я не знаю, что с ними случилось, но они почему-то розовые у меня. И записываю я видео это уже не первый раз. С первого раза у меня не очень получилось, потому что я записывал в час ночи. Я потом пересмотрел и подумал, ну какая-то дичь получилась полная, непонятная, невнятная, я бы сказал. Вот. Но мы отправились, и это уже мне радует. У нас разрешенная скорость 70, но... я здесь знаю, что здесь расстояние между станциями очень короткое, поэтому здесь не стоит даже до 70 разгоняться, потому что мы банально не успеем затормозить. Что меня вот порадовало, что на мосту какой-то даже другой звук есть. Это тоже прикольно. У нас бегущая строка работает. Так, давайте будем притормаживать, потому что уже впереди станция должна быть. Сильно не разгоняюсь, она, по-моему, должна быть за поворотом. Да. А вот и очередная станция. Слушайте, я вот думаю, давайте выключим, наверное, фары, как бы, потому что мы едем ну, днем, как бы. Днем, в принципе, не надо фары. Можно было подключить освещение в салоне. В самом. Так. Оттормажу. Все, тормози, тормози, я немножко рейку пролетел. Ну да ладно, остановимся возле четвертой. Тут, видите, ребят, есть рейка для четырех вагонов состава, для трех, даже для двух вагонов состава есть. Но мы остановимся где-то тут примерно и сойдет. Двери открываются, отлично. Так, давайте посмотрим, что это за станция хоть. Без понятия, что это за станция. Вот такая-то станция какого-то английского метро, может быть. Я не знаю, что это за станции. Вот. Такие у нас дела. Но здесь станции прикольные. Они здесь все правосторонние и находятся снаружи. Это тоже прикольно. Так, а что у нас за станция это? Urban Park. А, знаете, что я сейчас забыл выставить? Давайте выставим номер маршрута. Тут можно выставить вот прямо вот здесь его. 61 машина исправна. Так, и он должен, по идее, поменяться. Да, вот смотрите, циферки пропадают. Тут такая тоже прикольная анимация. А сверху, к сожалению, я не нашел способа поставить здесь табличку, куда мы едем. Вот нельзя почему-то поставить, это тоже странно. Хотя вон там, если присмотреться, то вот там есть табличка, что поезд следует до станции Невский проспект, я так понимаю. Но здесь ее почему-то нельзя поставить. Хотя... если того же пришельца, вот, киевского взять, у него электронное табло снизу показывается. Чтобы не тратить электроэнергию. Так, выключай. А можно освещение кабины? Освещение кабины тоже не надо. УПО. Я не знаю, что такое УПО. Вот, освещение салона. А оно почему-то все равно есть. Странно.
Ну, ладно, фиг с ним. Здесь тоже такой еще прикольный тихон. Тоже свой, я так понимаю, не взяли с обычного номерного. Хотя вот салон вот, очень похож на обычного номерного. Не знаю, почему его не переделали. Могли переделать, сделать что-то свое. Потому что, насколько я знаю, что у пришельца, что в этом аквариуме, салон какой-то такой серый. Мрачный даже немножко такой. Простой, конечно, серый такой. А вот здесь почему-то взяли с обычного старого номерного. Что еще интересно, заметил, что здесь есть рация. Правда, не знаю, зачем она здесь. Но, наверное, общаться с диспетчером, я так понимаю, с другими машинистами. Но она почему-то пока что не активна. То есть она как бы есть, пока что как бутафория какая-то. О ней нельзя общаться. Вот, такие тоже нюансы. Есть зеркала, но они не работают. Наверное, все-таки движок Source не позволяет их сделать так, чтобы работали зеркала. Вот, это такие полоски, я не знаю зачем. Это, наверное, специально для этой таблички сделали. Вот эти полосы. Вот здесь виден этот стеклоочиститель, который не работает. Там еще одно зеркало, которое убирается, как у обычного пришельца. Я почему-то его пришельцем называю, потому что он реально идентичный, ну, как бы, самому пришельцу. То есть, ну, не похож на какой-то аквариум. Хотя, может быть, это и есть пришелец, просто другое название у него. Не знаю, я в этих метро, метро не особо так сильно шарю, прям уж, чтобы понимать. Вот там что-то на стекле, кстати, есть. Включить УФД Альфа. Я не знаю, что такое УФД Альфа, тоже непонятно. И где оно находится, не будем включать. Вот, кстати, уже при дистанции, вот видите, ребят, я даже особо не разгонялся. Станции очень близко друг к другу находятся, об этом я говорил. Поэтому 70 километров, 60, нет смысла набирать. Ну, в принципе, сойдет. Я опять проехал рейку, на которой надо было остановиться, ну да ладно. Давайте посмотрим на станцию. Да, у нас сегодня обзор как бы состава. Мы сегодня и состав смотрим, и немного посмотрим на станцию. Станция называется почему-то опять Urban Park. Я не знаю почему. Опять Urban Park. Или подожди, предыдущая станция как называлась? Тоже, по-моему, так же. Вот. Тут написано, что это Urban Park. Ладно. Следующая станция City Hall. Или Hall. Hell, наверное, да? City Hall. Вот такой у нас. Название. Так, станция немного, знаете, напоминает из мафии первую. Вот, кто играл в мафию, я думаю, меня поймет. Там тоже такие были деревянные станции, правосторонние. Вот, маленькую Италию напоминает. Вот, блин, были времена. Я тоже там катался на составе. Но там в качестве пассажира там не пришлось ездить за этим пультом машиниста. Там такого не было. Но там было прикольно. Тоже сел, покатался на стареньких вагончиках. Здесь есть карта, кстати. Вот эта синяя линия, вот, по которой мы сейчас едем. Вот, такие у нас делишки. Вот, кстати, тут еще интересно, заметьте, почему-то нету перегородок у пришельца. Ну, пришельца, аквариума, хотя вот почти всех питерских номерных пришельцев, все вагоны почему-то имеют вот это оборудование, между эти перегородки вот эти желтые. Почему-то вот здесь... Вагон то ли меньше, а тут чуть выше. Вот почему-то вот по поручням кажется, что тут меньше, а тут больше. Не знаю, это должно, наверное, быть. Перегородок почему-то нету. Хотя в ОКЕ вот тоже добавили, которые недавно, там есть перегородки. А здесь почему-то решили не добавлять. Так, осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. City Hall.
Так, все же остановились. Вот это очень трудная станция, вам скажу. Она находится на спуске, и когда поезд спускается, он набирает скорость. При этом еще сложнее затормозить становится, так. Так, ну мы, в принципе, попали на станцию, и даже, я вам скажу, ну да, немножко проехал третью рейку, ну, в принципе, сойдет. А, кстати, вот это не пойму, для чего здесь стоит мигалка? Вот кто-нибудь мне напишет в комментариях. Это ж мигалка, это ж, не знаю, это ж, не понимаю, зачем здесь. Может быть, это служебный какой-то попался пришелец, вот. Поэтому здесь стоит мигалка. Так, следующая станция у нас авиационный университет. Ну что ж, давайте будем отправляться на следующую станцию. Так, включаем сразу же фары, потому что мы уже будем заезжать в туннель сейчас. Так, садимся. Включаем фары. Освещение кабины не надо, тут, в принципе, все прекрасно видно, все отлично. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Авиационный университет. Это было экстренное торможение. Фух, но мы попали на станцию, это меня радует. Сегодня я... Тихо, все, успокойся. Сегодня станция не пролетает. Уже радует. Так, открываем двери. Так, станция авиационный университет. Так, хорошо. Давайте хоть посмотрим на эту станцию. Тоже, кстати, правосторонние. Здесь все станции правосторонние. Люди убегают прям от меня, блин. Пропадают в стены. Просто пропадают. Просто они убегают и пропадают. А, здесь даже выхода нет, прикиньте. Это какая-то тупиковая станция. Да. Выходов решили не делать. Да ладно. Тут есть информатор, но... Я не знаю, как запускать ее на этом составе. Без понятия. Ну вот здесь можно посмотреть, какая должна быть следующая станция. Вот мы с вами проехали Rock Lake, Urban Park, Белый Форест, City Hall, авиационный университет, а следующая станция Marker Street. И это последняя станция должна быть. Давайте вот тогда поедем на последнюю станцию уже. А, мы еще будем проезжать заброшенную станцию, там мы уже не должны останавливаться, мы ее проедем. Что ж, осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Маркер Стрит. Вот и заброшенная станция, но мы ее, к сожалению, проезжаем. Нам здесь не разрешено останавливаться.
Может быть, это и не заброшенная станция, она находится в разработке. Как бы она еще строится, может быть, ее когда-то откроют. О, по-моему, это было самое идеальное торможение. Больше я так не остановлюсь. Что ж, станция Маркер Стрит. Конечная. Уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. За нахождение в тупике предусмотрена административная ответственность. Станции здесь очень даже такие красивые. Ну, мне нравится. Не знаю, они вымышленные или существуют в реальности, но... В принципе, я даже идеально затормозил. Ну, чуть-чуть проехал, правда, рейку снизу. Ну, да ладно. Ну, вот эту рейку я зато не проехал. Вот. Ну, почти идеально. Почти идеально, я бы сказал. Что тут за реклама? Курсы машинистов электропоезда. Вот это прикольная тоже реклама. А, вот здесь, смотрите, зарплата 58 тысяч рублей. Вот это машинистам метрополитена Питера. Кстати, вот эта Нева. Я надеюсь, что когда-то ее тоже добавят в метрострой. Я бы покатался на ней. ТЧ-6 Выборгская. Хотя там спереди написано ТЧ-3. А тут он приписан такой ТЧ-6. Это питерское, так понимаю, вот это вот депо. Тестировали его или ремонт делали его в 2019 году. 27-10 месяц. Регулировщик, электромеханик. Подпись даже его есть. Прикольно. Ладно. Осторожно, двери закрываются. Все, поехали в тупичок. Загоним состав и на этом обзор, можно так сказать, закончится наш. Вот такой даже, скажу, был не длинный рейс у нас. Я думал, что будет сложнее. Но с пятого раза, слава богу, все обошлось без фейлов. Хорошо. Так, все нормально, все нормально. Ну, в принципе, сойдет. Я думаю, тут и остановимся. Все, можно вынимать реверсилку. Точнее, давайте все вырубим. Для начала, так, компрессор выключим. Все, компрессор заглушили. Так, это все, закрываем. Все, закрываем. Кстати, закрывается вот этот вентиль с помощью реверсивки. Тоже прикольно. То есть у нас тут одна реверсивка, тут вторая. Тут машинист должен сидеть, держать в двух руках две реверсивки, чтобы все отключать, переключать. Так, все, давайте выключаем. Фары выключаем. Тут у нас ничего не надо. Стеклоочиститель и так не работает. Так, двери у нас, по идее, закрыты. Все хорошо. Дальше выключаем выбор. Это не надо. Это у нас отключено. Блок питания выключен. Хорошо. Все, вроде бы все выключено. А, ну еще выключим батарею. Отлично, вынимай. Все. Можем покинуть состав. Закрыть нельзя, не? Блин. Ладно, пускай так будет открыто. Что ж, вот такая была поездка. Надеюсь, вам понравился составчик, понравился обзор на этот новый метропоезд, который добавили накануне
можно так сказать, Нового года. Как раз под конец 2019 года добавили вот такой аквариум, ну тот же сам пришелец. Ну, мне он очень понравился. Да, он был немножко сложный, но я самостоятельно разобрался в запуске, как вот им управлять. Это оказалось не так уж и сложно. Что ж, составчик прикольный, немножко, конечно, подлагиваю с ним, ну да ладно, не страшно. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем, так сказать, обзоре. Либо мы покатаемся на Оке, либо на Яузе, либо на номерном. Там номерных хватает, там их очень много, поэтому, я думаю, стоит их посмотреть. А это был у нас 81717.5p. Что ж, надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте оставлять свое мнение. А с вами был ваш преданный метростроитель Лавчуня. Всем до скорого, всем аривидерчи.